Всем привет, с наступающим. Вот, хочу немножко подвести итоги года на канале. Начну немножко со статистики, потом скажу пару слов. Ну вот, в принципе, объем работы, который выполнен, я очень доволен. Самое главное, что я не сдулся и выложил то количество песен, что планировал, даже немножко больше. Я выложил 30 песен за год, да, то есть это больше, чем 2 песни в месяц. И не просто я выкладывал ради выкладывать, чтобы там какой-то выполнить и перевыполнить, а все песни были выложены именно того уровня, которого я хотел. То есть была визуализация, была нормальная запись, было хорошее сведение и был хороший текст. Потому что, как ни крути, этот канал затевался ради текстовых адаптаций, вот, и работы со словом, чем я реально наслаждаюсь. И я считаю, что моя аудитория подбирается тоже, как бы это те люди, которым нравится работа со словом, которые слушают тексты, да. Есть люди, которые слушают именно музыку, вот, слушают вокал, есть люди, которые обращают внимание на текст, вот, и этот канал, в принципе, для них. Потому что в последнее время хороших текстов становится все меньше и меньше в музыке, ну, вот, поэтому я обращаюсь к тем песням, которые меня, так сказать, в свое время вдохновили, ну, в смысловом плане. И пишу по мере скромных возможностей оригинала, где тоже я стараюсь именно работать с текстом, какой-то, чтобы был посыл, какое-то качество, какие-то там метафоры, какие-то интересные и рифмы достаточно, чтобы были. Вот, и двигаюсь в этом направлении. Вот, просмотров было за год 125 тысяч, часов 4.7 отсмотрено. 4.7 тысяч часов отсмотрено. Для кого-то это мало, для меня это прекрасно. Вот. Я вижу, что несмотря на то, что нет каких-то вирусных видео у меня, там ничего не завирусилось, как молодежь говорит, но оно, наверное, к лучшему. Да? Все, кто нашли мой канал, пришли, посмотрели, это люди, которым интересен такой вид творчества, такой вид контента. И по комментариям, и по, ну, скажем так, лайкам, дизлайкам я вижу, что канал воспринимается положительно, канал живет, ну, вот людям доставляет удовольствие послушать. Вот, значит, что еще? За год сделал немало коллабораций. Ну, для меня это было очень важно, потому что это канал, мой канал, это канал одного человека. Если ты не выходишь из своей, так сказать, уютной ниши и не коллаборируешь с другими людьми, не сотрудничаешь, то ты, это начинается уже не ниша становиться, а болотце. Иссякает вдохновение, иссякает словарный запас, иссякает стимулы продолжать. Вот. А так общаешься с талантливыми людьми. Вот. Я делал коллаборацию с очень хорошим поэтом, своим другом Мишей Юрковецким. Я делал коллаборацию с великолепными музыкантами электронной музыки ОБС. Вот. Про них даже хочу отдельно сказать, почему я, собственно, так к ним сердцем прикипел и попросил посотрудничать, попросил, чтобы они мне доверили, так сказать, свою музыку. Они делают синти-поп сегодняшнего дня. Да, к сожалению, очень много музыкантов, которые занимаются синти-попом с постсоветского пространства и не только, они делают музыку 80-х годов. Я смотрю и не понимаю, как бы, в чем отличие того, что они делают, от того же Depeche Mode времен Black Celebration или там Maximum Music for the Masses. А зачем нам нужна еще куча клонов Depeche Mode? Для чего? Когда у нас еще и Depeche Mode сами, так сказать, пишут и находятся в очень хорошей творческой форме. Вот. Ну, скажем так, поэтому я когда услышал вот канал ребят, случайно мне YouTube выкинул, я такой, вау, вот это то, что нужно. Это те самые, как бы, современные синтезаторы, современные ритмы, современные гармонические ходы какие-то нестандартные, ну, вот очень творческий подход, и, собственно, поэтому я стал с ними сотрудничать. Для кого-то это кажется чересчур экспериментально, вот, для меня это кажется замечательно. Ну, и я очень горжусь тем, что мы сделали. Ну, горжусь работой с Мишей Руковецким, я тоже очень горжусь, он отличный поэт, и он мой, скажем так, мой сенсей в плане текстовом, и немало мне подсказал именно вещей, как двигаться в нужном направлении.
Вот. То есть, как бы, я все время учусь. Все время учусь, пытаюсь совершенствоваться, потому что как человек, который много времени в своей жизни уделил спорту, я знаю четко, если ты не тренируешься, не работаешь над своими навыками, ты деградируешь. Вот. Пока деградировать не собираюсь. Вот, что еще произошло на канале за год? Ну, очень важную вещь я сделал, для меня это было прям дело чести. Я сделал в начале года розыгрыш, разыграл шапку Depeche Mode среди подписчиков, заказал шапку, она пришла мне, я ее послал подписчику из Канады, то есть я послал из Канады подписчику в Россию, в Муром. На границе уже началась спецоперация, на границе ее остановили, эту посылку, и в Россию она не прошла. Уже начались все эти санкции, чтобы они были здоровы. Вот. И посылка вернулась ко мне, ну, даже не учитывая то, что я потратил кучу денег, я послал заказным и тому подобное. Мне это прямо испортило настроение, потому что я свое слово не сдержал. И подписчик ждал, и к нему ничего не дошло. Я стал думать, как я могу эту тему решить. И сделал свою спецоперацию. Я послал в Россию своего тайного агента, который поехал навестить родственников, друг мой. Я ему дал посылочку, и он ее послал уже изнутри, так сказать, почтой России. Все дошло, мне подписчик написал, что он жутко удивился, почему пришла к нему посылка от меня из Пятигорска. Ну, я тоже так я тоже умею делать. Ну, в общем, да, этот гештальт я закрыл для себя, и я очень доволен. Значит, что еще? Ну, меня несколько раз просили сделать вокалы. Вот, скажем, сделал такие вокальные коллаборации. Конечно, на канал ничего из них не попадает, потому что я делал это для других людей. Вот, пусть это будет у них на каналах. Вот, но одна из них уже даже меня попросили спеть за деньги. Если человек считает, что тоже канал каверов, если человек считает, что мой вокал на достаточно хорошем уровне, что не зазорно мне и денежку заплатить, то даже дело не в деньгах для меня было. Для меня дело было, это было некое доказательство, что я двигаюсь в правильном направлении с вокалом моим. Вот, что еще? Ну, планы. Есть планы. В январе выкладываю две песни. Одна из них это перевод. Вообще, как бы, какие песни попадают ко мне на канал? Это обычно не трендовые песни, это именно та музыка, которую слушаю много, долго и часто, пою ее в машине, в поездках. Вот. И это для меня самый главный критерий. Я могу выложить какой-то современный хит и адаптировать, если он у меня в машине несколько месяцев был, я его слушал. Если я слушал песню два раза и забыл про нее, то какая бы она трендовая ни была, и, может быть, она приведет ко мне на канал там каких-то подписчиков, там вообще такое, мне это не интересно. Мне интересно выложить вот как бы то, что мне душу затронуло. Да, и вот эта песня Red Hot Chili Peppers Road Tripping, это прям одна из моих самых любимых песен, как Red Hot Chili Peppers, так и вообще. Я с удовольствием ее перевел огромным, и с удовольствием запишу вокал как голос. Я болел неделю, голос вообще никакой, как голос немножко отойдет. И еще одну песню на канал мне сейчас делают аранжировочку, и я ее выложу до конца января. Это моя оригинальная песня, тоже коллаборация, кстати, с очень хорошим поэтом из Риги, Андреем Корсаровым. И такая добрая, зимняя, хорошая, милая песня. Ну, тоже, надеюсь, оцените. Вот. Мы потом будем две песни в месяц, как минимум. Вот. Опять же, есть заготовки. Я надеюсь, что будет опять весеннее обострение, где у меня попрет чуть не каждую неделю песня. И, ну, в общем, посмотрим, что нам принесет этот год. Вот. Собственно, хочу всех поблагодарить еще раз за ваши лайки, за ваши комментарии. Это очень важно, как в продвижении, так сказать, творчества через алгоритмы YouTube, чтобы нас находили еще больше людей, которым нравится что-то подобное. Так и мне, да, я чувствую, что я творю не в вакууме, а людям это нужно, они как-то реагируют, вот, и я всем за это очень благодарен. Ну, все, наверное, идите кушайте оливье, там, режьте салаты и все такое. Вот, желаю отлично встретить Новый год, и желаю в следующем году мира, добра и всего самого наилучшего.